Добрый день, друзья. Меня зовут Евгений Шматко. И прямо сейчас пресс-центр Retail.ru работает на выставке X5 «Диалог». И мы начинаем знакомство с участниками. Прямо передо мной Дмитрий Коненков, представитель компании «Вилком». Дмитрий, расскажите о вашем сотрудничестве с X5. Мы являемся ключевыми поставщиками сетей «Перекресток» и «Пятерочка» по мясопереработке. Это колбасная продукция, сосиски, беконы, все самое вкусное. Работаем на протяжении долгих лет, достаточно эффективно, являемся федеральными поставщиками. Планируете ли вы будущий год? Что ждет? Какие проекты? Какие коллаборации? Мы сейчас планируем 2022 год. Смотрим оптимистично в этот год. Ждем больших результатов от нашего сотрудничества. Сейчас увидели цели, стратегические планы наших партнеров. Мы воодушевлены, что такие большие и перспективные возможности открываются для нас. Расскажите о каких-то целях в цифрах. Есть ли уже понимание, сколько хотелось бы, может быть, глобально ставить там поставки или что-то еще? Ну, сейчас это на этапе формирования. Более того, у нас будут годовые переговоры. По итогам этих переговоров, я думаю, уже будет какая-то более конкретная информация. Но мы уже можем смело говорить, что компанию «Вилком» увидим на прилавках сети X5 в огромном количестве? Безусловно. Спасибо вам большое. Удачной конференции.